сегодня праздник. Открылся магазин. Продуктов много разных. И сладости, и местные артисты приглашают на сельский шопинг. Среди почетных гостей куратор строительства объекта, председатель правления Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов. Он приехал в Байданкино, чтобы открыть блочно-модульный павильон. Новый, уютный, современный и, главное, долгожданный. До этого в деревне не было ни одной торговой точки. Село Байданкино, вот 100 дворов, место стационарной торговой сети. Этот населенный пункт обслуживался автолавкой, но автолавка Гавон. Но по графику приезжал, но весь комплект услуг, который должен проводить, значит, стационарная торговая сеть, она не могла полностью предоставить. Возможность предоставила республиканская программа «Сельский магазин», которую инициировал президент Татарстана. На это выделили порядка 2 миллиона рублей. Подобные модульные павильоны строятся в республике для населенных пунктов, где более 100 дворов. В деревне Байданкино их 120. На 50 квадратных метрах представлены более 1000 товаров. Здесь у нас продукты питания на любой вкус. Пойдем дальше. Здесь бытовая химия. В общем, все то, что так необходимо магазину в формате у дома. Ассортимент у нас очень большой. Макароны, колбасные изделия, а также молочные изделия. Продавец пункта обслуживания населения в боевой готовности. Сегодня она принимает своих первых покупателей. Теперь сельчанам не придется ездить в город. Все самое необходимое они найдут на прилавках торговой точки. Хлеб и молоко привозят с нижнекамских комбинатов. Наконец-то дождались, чтобы все хорошо было. Приемлемы цены были, товар хороший был. Вы очень спасибо. Рады. Мы очень рады, спасибо. Такой же объект появился сегодня и в Камских Полянах. В помещении есть электрическое отопление, освещение и канализация. Люди надеются, что они еще долго будут ходить в новый магазин, как на праздник. Альбина Валеева, Булат Абдульманов, новости НТР.